Ну вот, дорогие, мы пришли на второй укол вакцинации и встретили здесь Мирослав Федорович. Мирослав Федорович, ты тоже второй сделал укол, да? Да. Ну, как у тебя были ощущения после первого укола? Нормально, все. Как будто и ничего не делал. Ничего не было? Ни температуры, ни недомогания? Ничего у меня не было. А супруга твоя как себя чувствовала? У нее не было чего? А? У нее не было, у супруги чего-нибудь? Нет. Нет, тоже все хорошо. Нет. Вот так. Ну, вот у меня, друзья, тоже ничего не было. И у матушки ничего не было. Матушка сделала через неделю после меня. Сегодня я второе делаю вакцину, а ей 31-го. А впрочем, я понедельник было 8 марта, а во вторник вечером по звезде. Я только успел прочитать, после вакцинации можно пить, только в меру. А, вино? Мы после бани, ну, помаленечку так выпили. Да, сначала-то говорили, что... Вот такое прочитал. Что 40 дней нельзя, ну, в общем-то... Ну, ты-то не пьешь. Выпиваешь после бани? Ну, раз пить, значит, водку. Раз пить, значит, водку. Мы вот после бани нашего вина яблочного маленько выпили. Ну, не сразу. Тоже ничего не было. Я думаю, что не сразу надо. Ну, через каких 5 месяцев. Ну, точно-то, вот я как понял, не надо пить в это время никаких лекарств, чтобы не убивать вот этот тогда на вирус. И не надо даже чагу, полынь, не надо ничего, что помогает убивать вирусы, чтобы вот этот, тот, что мы вкололи, аденовирус, в нас прижился, чтобы он дал результат. Вот этого не делайте. Если температуру, там говорят, поднимается, то только парацетамол. А парацетамол, он не убивает вирусы, он регулирует термическое состояние тела. Вот так. Сейчас я пойду делать все от меня. А что, дорогие, мы второй укольчик пришли делать. Никто не жалуется ни на какие симптомы, ни у кого ничего нет. Нет. Да. Мы, конечно, первые были, кто испытали в нашем районе. Первые в нашем районе? Да, мы первые сотрудники, которые съездили, провакцинировались в декабре. Второй этап вакцинации у нас был начало января. Прекрасно, уже сдали контрольные на антитела. Антител много. Да. Вакцина работает прекрасно. Да. А сколько уже примерно у нас в пустяках прошло? 6% населения. Уже прошло. Да, вакцинации. Желающих очень много. Предварительная запись, повторюсь, у нас осуществляется в регистратуре по телефону 2107. Также можно записаться на вакцинацию на госуслугах. Угу. На слотах на определенное время. Добро пожаловать. Ну, мне понравилось, как вы напоминаете все это. Ну, у нас организовано, выдаем сертификат, вот в частности сейчас вам выдам сертификат. И информирование обязательное. А вот у нас сертификаты такие бумажные. Угу. В Москве показывают такие красивые, ламинированные. Вот я вам сейчас выдам, подарок. Да, ну давайте. Тогда мы... Единственное, ага, что дом номер я ваш не записала. Дом номер 2. Вот такой у вас сертификат. Все, вот такой настоящий. Настоящий. Вот так. Ну все, друзья. Удачи, не болейте. С сертификатом. А мы поедем. Поэтому мы, в общем-то, вакцинировались, чтобы поехать. И оказывается, все в Черногории объявила, что с нашим сертификатом пускать будет туристов. Турция, видать, откроется. Ну, я вам больше скажу, да, что сегодня мы вас заведем на личный кабинет ваш на госуслуги, где у вас будет уже все данные, вам придет QR-код, ага, присвоенный по вакцинации от ГАМ-КОВИД-ВАК, ага, и достаточно будет, и сертификат будет размещенный у вас на ваших госуслугах. То есть можно будет через госуслуги показать. Да, достаточно все. На границе показывать личный кабинет, открывать личный кабинет на госуслугах и все. То есть это защищает вот такая мера от подделок? Ну да,
Потому что ведь начали продавать и говорят, кто-то покупает, кто-то это. У нас таких случаев не было, не могу комментировать. Но, по крайней мере, то, что у вас будет официальный документ в личном кабинете на госуслугах, это точно. Ну, спасибо вам большое, успехов вам. А сколько вообще, вы думаете, процентов нужно? Ну, я думаю, к чему стремитесь? У нас очень престарелое население, большинство уже преклонного возраста, и они уже по статистике очень тяжело переносят данные заболевания. Ага. Я думаю, что нужно прививаться максимальному количеству населения. Ага. Никаких ограничений по возрасту у вас нет? То есть 75, 80? Нет, у нас есть практики, что прививались даже около 90 лет. Ага. И тоже никаких симптомов? Нет. Мы уже их по второму компоненту привили. Хорошо. Благодарю. Успехов вам. Здоровья вам. Всем, всем. Всем рекомендую. Все тихо, спокойно проходит. И все просто.